Сегодня вышли, вот бюджет, все СМИ дали. 167 тысяч лей ветеранам Великой Отечественной войны. Значит, не ветеранам Великой Отечественной, а 167 тысяч на изготовление медалей. Так как 75 лет победы и так далее. Ребят, нет денег в бюджете. Значит, я уверен, что ветераны бы отдали сегодня эти медали, лишь бы спасти людей. Они уже спасли человечество и весь мир. Но эти медали в то же самое время нужно делать. Почему Дадон не взял из своего фонда и не сделал эти медали? Не сделал эти медали, а деньги берутся на это из бюджета. Все свои тратить западло, да? Если можно бюджетно. А я бы купил на эти деньги нормальные бахилы, спецкостюмы врачам, которые вы все видите по телевизору, которым хлопаем каждый день. Вот это называется конкретика. И я предлагаю сегодня и этому решение. Сейчас все скажут, усатый, ты что, против медали и так далее? Нет, я не против медали. И всего этого, это очень нужно. Я с детства люблю и помогал ветеранам. Поэтому я предлагаю решение. Пусть аннулируют эту статью расхода в бюджете, 167 тысяч лей, перенаправят и купят докторам одежду, я имею в виду специальную одежду хорошего качества, а деньги на медали на 75-летие победы, 167 тысяч лей, я отдам от себя. Я оплачу эти медали сегодня. А вы деньги из бюджета, которые есть, значит, решайте проблему врачей.